Народный телеканал ЛТР совершенствуется с каждым днем, отвечая запросам своей зрительской аудитории. Так, телекомпания закупила новое техническое оборудование для того, чтобы эфир, 90% которого – это собственное производство, стал еще качественнее. Поступила техника, которую мы долго ждали. Мы начали эту работу еще в 2021 году. Приложили немало усилий для того, чтобы выполнить все запланированные задачи. Большую поддержку нам оказал Кабинет министров, за что телеканал выражает благодарность. Техника была закуплена на сумму более 9 миллионов сомов. Это современное оборудование, которое обеспечит качественную работу и в котором телекомпания нуждалась. В будущем мы планируем обновить компьютерную технику, а также закупить две большие служебные машины. Эти вопросы также были решены благодаря Кабинету министров. Эфир на телеканале ЛТР готовится благодаря слаженной работе большого числа специалистов. Но без современной профессиональной техники очень сложно получить качественный телевизионный продукт. Благодаря новому оборудованию съемочным группам будет удобно работать в любых условиях, рассказывает худрук телеканала. Мы закупили всю необходимую технику, начиная от штативов, новых видеокамер, художественного света, заканчивая серверным оборудованием. Пришли камеры нового поколения. Такими камерами можно снимать и верхом на лошадях, и прыгая с парашютом, и под водой. Ранее таких камер у телеканала не было. Они будут распределены между Бишкекской и Ошской студиями. У телеканала ЛТР большие студии в Бишкеке и в Аше, а также корреспондентские пункты во всех областях страны. Телевидение транслирует в прямом эфире каждое масштабное государственное мероприятие. Для этого тоже были приобретены новый кран и телесуфлер. Сейчас то время, когда техника совершенствуется с каждым днем. Наш телеканал тоже не отстает от новшеств. Все новое оборудование мы приобретали через тендер. И вот техника была закуплена и прибыла в Бишкек. Мы очень рады этому событию. В этом году ЛТР исполняется 55 лет. Коллектив народного телеканала готов и дальше работать во благо информационного пространства страны, обеспечивая кыргызстанцев качественной и объективной информацией. Мадина Низамова, Эльдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.